заканчиваем сборку очередного станка для Лего-кирпича. Станок будет отправлен в Дальневосточный федеральный округ. В ближайшее время приступим к испытанию. Рама пресса у нас предусматривает оснастку на два лего-кирпича. Но при желании клиента вместо данной оснастки можно установить пресс-форму на один лего-кирпич. Соответственно, усилие на квадратный сантиметр возрастет вдвое. Для регулировки высоты и определения положения верхних и нижних планшонов на наших станках используется линейный датчик. Вот этот линейный датчик, он регулирует положение верхних планшонов. Такой же линейный датчик установлен и взаимодействует с нижним гидроцилиндром. На всех прессах в обязательном порядке мы устанавливаем не одноразовые сварные цилиндры, с которыми потом клиент будет долго и упорно мучиться, а разборные и обслуживаемые. На сегодня намечено испытание станка. Для этого мы переместили его в кирпичный цех, так как здесь есть все необходимое оборудование, смеситель, ленточный транспортер, ну и непосредственно сами материалы. Наш станок, который находится у меня за спиной, оснащен в настоящий момент матрицей для производства чистотелого кирпича. Давно уже была мысль поменять оснастку, поставить пресс-форму на лего-кирпич, но так как спрос идет на кирпич обычный, поэтому не могли до этого момента это сделать. А тут по счастливому стечению обстоятельств у нас клиент заказал пресс оснастки на лего-кирпич. Ну и так как мы его привезли в наш кирпичный цех для проведения испытаний, заодно и решили некоторый объем сделать и для себя. Как сказать, совместить приятное с полезным. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall. Don't sweat it, I never back up. I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Испытания прошли успешно, испытания закончены. В настоящий момент оборудование готовим к отгрузке. А тот кирпич, который был произведен в рамках испытаний, пойдет на возведение беседки одному из наших сотрудников. Если вам требуется оборудование для производства кирпича по технологии гиперпрессования, обращайтесь по контактам, указанным под этим видео. Пока.